Всем добрый день, друзья! Сегодня у нас 17 января 2021 года. Вот у нас сегодня мороз сильный был, 25 с копеечками минуса. И наше озерце, озеро так называемое, застыло. От краев где-то сантиметров 50 проваливается. Ну, там снега много, от земли не замерзает. И вот мы с Натальей вышли, я сейчас буду на коньках кататься. Уже пробный сделал. На, Наташа, бери. Вот так. Только за экран не берись, и все нормально. Сейчас перчатки одену. А этой палочкой проверял, чтобы не провалиться. Сейчас где-то 13 градусов. Морозится. Солнышко, смотрите, какое. Поверху, конечно, поверху льда снег. Вот посмотрите, видите, поэтому так он сильно не скользит и резкие развороты, повороты у меня не получится. Так, прямые пробежки. Так и играет на столе. Трус не играет, окей. Сколько уже лет мы катались? Года три. Надо последнее видео посмотреть. Маленькая передышечка. И снимай потихоньку. Солнышко такое. О, красота. Да, с непривычки тяжеловато. Ноги не чувствую пока. Ничего не болит. Посмотри, ага. И водичка. Как пустота. Не замерзли ноги? Нет, мне даже руки не замерзли без перчаток. Серёж, не ломай, как выходить будем? Не выход... Серёж. Ничего, ты там снег. Хорошо. Хорошо. Хочется посидеть где-то. А нету скамеечек. Надо вот сделать, наверное. Посреди пруда скамейку. Да. Ты провода не снимай так, а побольше, да? Классно. Классненько, классненько. Вот. Там уже вода будет пить. О, скорее да, уезжай.
мешает, ехали. Да, был бы чистый лед. По-другому не дает мне развернуться. Абсолютно не дает. Видишь? Смотри. Сколько всего. Ну, еще пару кружочков. Ребята. Ой, красота. Смотри, береза какая красивая. Снега нету. Ну давай, поехал. Занимайтесь спортом, друзья, занимайтесь. Сейчас пробежишь. Не провалился ни разу. Сейчас подъеду, попрощаемся и еще покатаюсь. Не устал? Ой, друзья, как хорошо. Да, усталость, но приятная усталость. Сейчас одну минуту отдышаться. В общем, все, вам доброго. Не сидите вы, сидим дома. Выходите, гуляйте, если у вас не сильные морозы. Очень помогает, да? Тяжело оторваться от стула, от дивана. Всем привет и всем пока. До новых видео.